красивые голы Панарина и Свечникова, сейвы Бобровского и Василевского, дебют Костина. NHL.com.ru рассказывает о главных событиях недели с участием россиян. Поехали! Главный герой недели – Артемий Панарин. Нью-Йоркский хлеб забил 3 гола, сделал 3 передачи и продлил результативную серию до 12 матчей. С 25 очками Панарин делит первое место в споре бомбардиров среди россиян с Александром Овечкиным. Партнер Панарина по Рейнджерс Павел Бучневич вспомнил, что умеет не только пасовать, но и забивать. В игре с Capitals он отличился впервые за 10 матчей. Овечкин на этой неделе скромничал, но все равно забросил 2 шайбы и с 15 голами занимает 3-ю строчку в споре лучших снайперов. Его коллега по Вашингтону Евгений Кузнецов набрал очки во всех 4 матчах, забив 2 гола и сделав 2 передачи. Продолжает блистать Андрей Свечников. 19-летний вундеркинд из Каролины отличился во всех 3 матчах недели. На его счету решающий гол в овертайме в поединке с Миннесотой и красивая шайба ворота Чикаго. Нападающий Тампы Никита Кучеров набрал 5 очков при 1 голе, но получил повреждение в игре с Сент-Луисом. Евгений Додонов остается незаметным героем. Форвард Флориды оформил дубль в матче с Рейнджерс, а потом сделал 2 передачи в поединке с Филадельфией. Евгений Малкин берет на себя бремя лидерства Питтсбурга в отсутствии Сидни Кросби. У него 4 очка в 3 встречах. Еще 6 россиян забросили по 1 шайбе. Для форварда Лос-Анджелеса Николая Прохоркина и защитника Коламбуса Владислава Гаврикова они стали дебютными в НХЛ. Нападающий Колорадо Владислав Каменев забил 1 гол в сезоне и 1 с ноября прошлого года. Никита Гусев продолжает осваиваться в Дэвилс, доказательством чему вот эта шайба. Нападающий Далласа Александр Радулов устроил шикарный проход в игре с Ванкувером, а защитник Флайерс Иван Проворов отличился в 4-й раз в сезоне. Как всегда, яркими спасениями порадовали вратари. На этой неделе места в хит-параде заслужили эти сейвы Сергея Бобровского и Андрея Василевского. Ну а нападающий Сент-Луиса Клим Костин совершил памятный дебют в НХЛ. На этом все. Спасибо, что были с нами, и до встречи через неделю. Пока!